Друзья, вот купил себе бутылку пепси-колы. Вообще обожаю пепси. Пепси люблю и кока-колу. Это самые мои любимые напитки. Конечно, их часто нельзя, говорят, пить. Вот. Но иногда, если позволяю такую слабость. А если честно, то именно вот в последнее время, особенно когда вот эти праздники были, новогодние, я практически каждый день пил пепси-колу и кока-колу. Вот и сегодня в магазин зашел и не удержался. Вот тут, короче, она 2,25, стоит она почти 100 рублей. 97 или 98 рублей, короче. Вот такая вот бутылочка. Сейчас я покажу, сколько тут. Вот, видите, 2,25. Пепси-кола. Такая вот. Холодная, я ее в холодильник поставил, она студилась, стала такая холодненькая. Сейчас, короче, будем ее пить. Друзья, ну что, давайте откроем бутылочку. Вот, вот такая вот бутылочка, 2,25 литра. Взял себе такой стаканчик, такой вот. Так. Буду наливать. Стакан большой, пол-литра сразу помещается. Такой стаканчик. Тебе налить тоже, да? Все остальное мне. Жене я не буду давать. Обойдется. Вот, друзья, давайте с вами попьем пепси-колы. Холодненькая. Говорю, вообще обожаю пепси-колу. Кока-кола и пепси-кола — это у меня самые любимые напитки. И главное, когда попью пепси-колу, у меня сразу какой-то прилив энергии. Надо вот что-то делать, работать там или спортом заниматься. Вот именно как-то почему-то энергии много прибавляется от нее. Ну, по крайней мере, у меня так организм действует. Если пепси-колы выпью много, да, допустим, если выпью вот такую бутылку, 1, 2, 25, там, в течение, допустим, там, 2 часов. Я потом могу всю ночь не спать. Вообще именно спать не хочется. Класс, да? Хорошо охладилась, да? Холодненькая такая. Друзья, очень вкусная пепси. Особенно когда вот такая холодная, охлажденная. Вообще просто обалденная. Вот он, Женя пришел. Жень, будешь пепси-колу? Не хочешь, ну как хочешь. Будешь. Такой, видите, друзья, бокальчик красивый. Ну неси кружку, я тебе налью. Ну, друзья, вообще супер. Пепси-кола — это вещь. Холодненькая, классно. Ах ты! Смотри, это не сбей мне камеру. Это из-под кефира что-то принес был. Вот, ты даже не смотришь, что там у тебя в кружке творится. Да.
Сейчас, друзья, Женя нальют, ну, брату своему одному. Тоже он захотел пепсиколу. Так тебя не видно, ты нагнись сюда. Да, видно, вот она. Тебя не видно, одни пальцы видны твои. Да, спасибо. Тебе тоже еще налить? Да? Тебе тоже еще налить? А ты же сказала, и мне еще. Нет? Ну ты что-то сказала, когда я говорил про Женю. Брату меньшему. Брату меньшему, это так говорят про животных. Братья наши меньшие. Ну а он же брат младший. Да, друзья, класс. Я прям пью, прям наслаждаюсь вкусом. Офигенно. А тебе же не нравится пепси? Да. Прям газировано так сильно. Ну, друзья, видите, я за один раз почти пол-литра выпил пепси. Этот стакан вот 0,5 литра. Вон. Его выпил весь почти. Не почти весь, а весь я его и выпил. О, пустой. Ну ладно, друзья, всем пока, всем счастливо. И до скорых встреч, увидимся.